Қайырлы күн, құрметті қарағандылықтар, бейбітшілік даңғылында бірінші Қарағанды телеарнасының ұйымдастыруымен және қалалық әкімдіктің қолдауымен журналистер аллеясының ашылу салтанатына куә болып отырмыз. Мұнда аймағымыздың ондаған бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері өз көшеттерін отырғызуда. Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня по инициативе телеканала «Первый Карагандинский» акимата города Караганды впервые в Караганде открывается аллея журналистов. Сегодня десятки представителей средств массовой информации пришли посадить свое именное дерево. Мы рады видеть всех в это прекрасное утро, в этот прекрасный весенний день. Сегодня впервые в городе Караганде по инициативе Первого канала, у которого я недавно был большой ребрендинг, мы закладываем аллею журналистов. Вот. Мы очень рады, что все вы посетили нас. Давайте поаплодируем еще раз друг другу. Нашу прекрасную закладку аллеи начинает специально для вас шоу-балет «Интазар». Дорогие друзья, поаплодируйте им, пожалуйста. И... Канала «Первый Карагандинский» под ваши бурные аплодисменты. И ветерана казахстанской журналистики господина Вячеслава Каханова. Пожалуйста, страна должна знать своих героев в лицо. Очень рад, что поддержали нашу идею отложить ручки, отложить камеры, взяться за лопаты и озеленить наш город. Хотелось бы отметить, что это аллея журналистов. Для всех журналистов, это не только наша аллея, это для всех журналистов. Каждый из вас посадит здесь деревья. И, надеюсь, мы в будущем будем все ухаживать за этими же деревьями, за этой аллеей. Спасибо. Дорогие коллеги, дорогие друзья, сегодня вот какое-то прекрасное утро. Люди, которые будут мимо, которые увидят по телевидению то, что мы сегодня делаем, они убедятся в том, что у нас самое мощное и дружное медиа-сообщество республики, я так полагаю. Давайте будем вместе, всегда, как сегодня. Браво! Давайте поаплодируем нашим коллегам. А сейчас, господин Каханов, Ержан Джанибекович, пожалуйста, мы приглашаем вас к ленточке, чтобы разрезать аллею журналистов. Thank you.
можем собираться не только в увеселительных заведениях, но теперь и здесь. А теперь каждый берет свою табличку и сажает деревья. Здесь появится дерево, газет «Наша ярмарка» и «Криминальные новости». Давайте узнаем, как настроение у наших журналистов. Ой, настроение сегодня отличное, конечно, вообще. Погода суперская, солнца нету, дождя нету, прям тепло. И замечательно то, что вообще придумали эту идею. Будете как-то ухаживать за своим деревом? Да, мы потому что находимся здесь, в принципе, недалеко. Будем каждый день таскать баклажки и сами поливать деревья. Настоящий мужчина должен посадить дерево, построить дом, вырастить сына. На каком этапе ты? Вот, на посадить дерево. Уже не терпится, уже быстрее надо мне дерево посадить, все. Остальное так, ерунда, я думаю. А далее все пойдет по плану, да? Главное начать. Это точно. К нашим коллегам по телевизионному поприщу республиканскому телеканалу 7 канал. Здравствуйте, Алина. Первый раз сажаете? Да. Какая-то методика, может быть, в интернете изучали, как сажать деревья или как-то сейчас экспромно? Нет, методику не изучала, не готовилась, но у меня есть коллега, оператор 7 канала в Караганде. У него большой опыт посадки комнатных цветов, он их любит разводить. Я думаю, пригодится нам этот опыт посадки вот этого большого дерева. Я смотрю, вы основательно подготовились, даже курточки именные, фирменные. Да, но поскольку мы представляем 7 канал в Караганде, то это как бы ответственность, нужно выглядеть соответствующе, чтобы люди узнавали, что кто мы, откуда. Корреспондентский пункт телеканала «Астана» уже полным ходом прикапывает свою сосенку. Как вам вообще идея, что телеканал «Первый Карагандинский» стал инициатором? Впервые тут в Караганде открылась аллея журналистов. Ну, я думаю, что это замечательно, поскольку люди должны знать, что журналисты не только умеют снимать репортажи, быть гуще событий, но и сажать деревья. Ну и, в общем-то, наш город должен быть красивым, чистым, зеленым. Так и должно быть, я думаю. Будете приглядывать за своей сосной? Ну, конечно, обязательно. Если кто обидит, сделаем репортаж. Обещает телеканал «Астана». А вот пресс-служба акимата города Караганды сегодня представляет только один человек, но ему помогают доблестные сотрудники телеканала «Первый Карагандинский». Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы вообще шахтерская столица стала зеленой столицей Казахстана? Оған қарағандылық әрбір тұрғын өзінше үлес қосу керек. Мысалы, Қарағанды қаласы ол тұратын орны, мекені, оның әдемінде көрікті өлі әрбір азаматқа, әрбір тұрғынға байланысты. Енді журналистерді өзіңіз білесіз, көп деген мынау айтады ғой, еңбектері ауыр, елдің қамын ойлап жүреді дейміз, бірақ олардың артындағы бірде бір осындай демалатын орын жоқ екен. Мынау сіздердің бастамаларыңызға көптен көп рахмет айтамыз. Осындай бастамаларыңыз көп болсын. Осындай сіздердің бастамаларыңызды әрбір осы Қарағандыдағы мекеме бар, ұйымдар бар, солардың бәрі
қолдаса, қолдау көрсетсе, қаламыз, қазналық өлкеміз. Бұдан да көрікті, бұдан да жақсы болатын еді. Көп рахмет сізге. Соның қатарында қалалық әкімдіктің өкілдері де бар. Ал аға, жұмыс қалай өтуде? Жақсы, мынау жақсы бастама. Бұл енді өзіміз тұратын, өз мемлекеттің орта ғой. Өзіміз тұрып жатқан қала, қазынан өлкі, Қарағандының енді атақ даңқы республикамызға кеңінен танымал. Бұл өндірісті өлкі емес, тек қана рухани даму өлкесі деп айтуға болады. Бүгінгі мынау бірінші телеарнаның бастамасы журналистердің үлкен құтардығы. Біздің қаламызда қаншама мекеме, кәсіпорындар бар. Олардың бәрі өзінде жаңағыдай қаншама алаңдар бар, скверлер бар. Соны көркейтуге өзінше үлес қосса, біз жасыл қалада, жасыл желекті өлкеде өмір сүретін едік. Енді осы бастама әрі қарай жалғасын тапсын деймін. Ол бір. Екіншіден журналистердің еңбегі еш маңдай тері сорып жатады ғой. Енді оның артындағы міне жақсы алаң ашылады. Демалуға қаншама тұрғындар келіп демалып жатса, балалар келіп осының маңында ойнап, өздерінің көңілдерін көтеріп жатса қандай ғанибет. Сондықтан да бұл жақсы бастама, жақсы игілікті шара өзін жалғасын тапсын деген ниетім бар. Бәрекелді, рахмет. Сәттілік тілейміз аға. Наши корреспонденты сегодня тоже сажают дерево. Сегодня ты подарила новую жизнь, можно сказать, дереву. Какие ощущения? Ощущения очень замечательные. Мне кажется, это очень отличная идея. В будущем мы будем ухаживать за своими деревьями. Сегодня Караганда стала еще зеленее. Совместными усилиями журналистов было посажено 50 молоденьких сосен. Будем надеяться, что в аллею журналистов будут приходить наши коллеги, отдыхать, расслабляться после тяжелого трудового дня и, конечно, ухаживать за посаженными деревьями. Эх, құрметті көрермендер, қаламызда елуімен отырғызылып, қаламыз, шаһарымыз тағы да бір аллеяға толықтан. Бұл тек қана бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің демалатын емес, сонымен қоса барша қарағандылықтардың серуендейтін орнына айналады деген үміттеміз. Сонымен қатар отырғызылған әрбір көшет осы бір журналистермен бірге өседі деген үлкен үмітіміз бар.